Несмотря на то, что празднику всего 10 лет, на Пушкинскую площадь пришли тысячи горожан. В День семьи, любви и верности вспоминают православных святых Петра и Февронию Муромских. Пару почитали как покровителей брака. С праздником всех собравшихся поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Трудолюбие, честность, радушие, милосердие, верность, ну и, конечно, любовь. Вот именно такой всегда была кубанская казачья семья. И неважно, какой она была, большой или не очень, под одной крышей, в мире и согласии, во взаимопонимании и взаимоподдержке росли, врастали, жили многие, все наши поколения. И сегодня мы их наследники, мы их потомки. Поэтому мы тоже должны, обязаны жить одной большой кубанской семьей, в которой нет чужих детей и нет брошенных стариков. Во время праздника медалями родительская доблесть. Глава региона наградил многодетные семьи, которые в этот день приехали в Краснодар со всего края. В самой большой растят 11 детей. И я хочу сказать слова благодарности в первую очередь многодетным родителям. Семьям, в которых есть приемные дети. На самом деле вы взяли на себя огромный груз ответственности за то, какими они вырастут. Но и вы во сто крат получите больше счастья, радости и гордости за успехи своих детей. Только в родном доме, только в семье. Ведь так, друзья, нас всегда примут и всегда поймут. Но в этот день поздравляли не только многодетные семьи, но и семьи-долгожители. Пары, которые вместе больше 50 лет, являются символами любви и верности.